Открытие гастрольного тура карагандинских творческих коллективов состоялось в турецком городе Эскишехир. Это мероприятие привлекло почетных гостей как с нашей, так и с турецкой стороны. Почти час ушел на презентацию и официальные спичи. Многие из высокопоставленных гостей выразили желание дальнейшего культурного сотрудничества. Сегодняшний концерт будет очень интересен. Программа очень разнообразна. Почему? Потому что мы играем не только нашу казахскую национальную музыку, но и элементы татарской музыки будут также турецкие песни в исполнении нашей оперной дивы, нашего ветерана Бибигуль Ахмет Тулегеновой. Соловей Казахстана – именно так называют Бибигуль Тулегенову на родине. В некоторых городах Турции она уже покорила зрителей своим вокалом. 5 лет назад в рамках юбилейного турне было организовано несколько концертов. Однако в городе Эскишехир сегодня она выступает впервые. Я пела народные песни, казахскую народную и турецкую песню «Эскидаря». Это, оказывается, очень старая, популярная песня турецкая. И турки ее очень любят. В студенческом городе Турции многие выступления местная публика снимала на мобильные телефоны. Каждый номер встречали бурными овациями. Ансамбль ударных инструментов «Шиндауыл» даже на родине считается уникальным. В Турции их творчество создало настроение от самых первых аккордов. Коллектив «Аку» заворожил танцами, а оркестр имени Таттимбета – исполняемой музыкой. В общем, концертная программа включала в себя 2 десятка номеров в различных жанрах. В прошлом году здесь был, насколько я помню, симфонический оркестр, а до этого был эстрадный джазовый оркестр вот, концертного нашего объединения имени Халибайжанова. И сегодня вот уже народный оркестр. Завершилось выступление наших артистов вручением благодарственных писем и ценных подарков от турецкой стороны, отметили руководителей Управления культуры, творческих коллективов и почетных работников культуры. Сегодняшний первый концерт прошел с большим успехом. Участвовал сам губернатор Эскишехира. Турецкая общественность еще раз стала свидетелем высокой культуры, высокого искусства нашей страны, которая была представлена Карагандинской областью. Почти 2 часа концертной программы пролетели как один миг. Далее наши творческие коллективы встретятся со зрителем Анкары и города Балу. Заключительный концерт пройдет в начале будущей недели в Стамбуле.